Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Демастер. И я Тираси, ребят, всем привет. Мы сегодня с Тарасаром продолжаем играть в нашу крутую рубрику «Дом в блоке», ну, дом. Либо в голове. Дом или в чем-нибудь. Да, дом в чем-нибудь. Просто почему-то у нас написано в блоке, я прочитал. Ну, это я написал лишь бы написать. Да, ну просто в первой серии у нас-то был дом в блоке, понимаешь, а это уже потом. А потом мы расширили нашу рубрику до всего. Да, и смотри, что у нас там за блоки, Тарасар, а? О, да. Сегодня мы будем строить дом, я буду строить в золотом блоке, а Костя будет строить в дом в блоке из алмазов. Да, я на самом деле даже не знаю, какой там сделать интерьер. Вот дом нуба какого-нибудь там или дом про было бы идеально, типа. Да, и давай мы вот возьмем как бы просто за такое правило, чтобы делать не просто дом какой-то, а чтобы он как-то, ну, какие-то в нем были подсказки или не подсказки, какая-то информация внутри, что этот дом именно относится к той теме, которая у нас сегодня есть. Ну, я просто, конечно, представляю, что можно сделать, да, но... Ну вот, в этом и смысл, чтобы прям четко было. Это тоже, типа, будет оцениваться, а то просто мы можем каждый раз строить одну и ту же внутреннюю, как бы, картинку такую. Не, я понимаю, что ты имеешь в виду, конечно, но не всегда получается сделать так круто, как ты говоришь. Когда это, ну, так, какие-то это головы, фишка. Типа, там, например, голова... грубо говоря, нуба и про, то да, там можно. Да, давай, давай начнем уже, а то ждут. Давай. Ребят, не забывайте, что вы можете как бы оценивать, да, оценивать. Да, оценивать работу. попозже мы будем оценивать. Давай, короче, все, идем уже, да, начинаем, да. Строить. Иди к себе, я к себе. Мы не будем уже показывать наши блоки, потому что и так понятно. Я строю в золотом, да, мастер строит в... 7 минут таймер, Тарасар, ставь. В алмазном. Раз, начинаем. Два. Три. Все. Таймер поехал. Я начинаю строительство. Таймер поехал. Окей, я тоже начинаю строительство. Сейчас на какие-нибудь двери. Блин, на самом деле никакие двери не подходят к алмазному блоку, по-моему. Да? Ну, почему? Нет, подходят. Есть такие двери, которые подходят к алмазному блоку. Ой-ой-ой, дождь. Ой, дождь. Как не вовремя дождь. Дождь, да? Я вырубил. Отлично. Так. Ну, если это алмазный блок, то все должно быть, наверное, знаешь, такое вот по-королевски, мне кажется, по-королевски. Да, я в этот раз немножечко проэкспериментирую, посмотрим, как это вообще оценят. Кстати, ребят, мы еще не знаем, кто победил в прошлый раз, потому что мы сейчас записываем, можно сказать, сразу же, потому что потом у нас кучу дел будет, и мы не успеем записать. Да, ну, понимаете, сами, январь, и очень много дел. Реально, да. Поэтому мы... пока что мы не в курсе, кто победил в прошлом ролике, и не сможем вам это Но сказать. Но вы можете нам написать в комментариях под этим роликом, кто же победил в прошлых роликах, чтобы мы узнали наверняка. Да, это было бы шикарно прям. Так, это было прям вообще топ. Если вы это сделаете, мы будем прям вам благодарны. Да. Так. И вот так. О, хорошо. В этот раз я прям так экспериментирую жестко. Посмотрим. Что там экспериментируешь, Тарасар? Меня это прям пугает, когда Тарасар говорит, что он экспериментирует. Эксперименты. Так. Надо сюда какую-нибудь запихнуть дверьку. Окей, запихни дверьку, Тарасар, запихни. Ой-ой-ой, что-то запихни сделал. Дверьку. Вот такая дверька сойдет. Так, отлично. И я тоже сказал, отлично, значит у нас все отлично. Конечно, как может быть иначе вообще? Я не представляю, да. Чтобы как-то... Мы же строим дома в таких драгоценных блоках. Слишком драгоценных блоках, мне даже, знаешь, страшно немного. Да, а у тебя очень крепкий материал, я не представляю, как тебе его можно пробить вообще. Ну, у меня есть специальное оборудование, называется креатив. А, креатив. Да, креатив. Ну да. Знаешь, помогает вот в таких вот делах, если честно. Да, с этим я полностью согласен, креатив здесь вручает. Вручает. Блин, ну в таком доме должно быть какое-то крутое освещение. В этом доме должно быть освещение, соответственно, настолько крутое, насколько сам дом ценен. Ну да, но я не смогу сделать такое крутое освещение, наверное. Ну хотя, сейчас попробую. Должно быть какое-то царское освещение, Да. Если сделаешь не царское, то будет у тебя дом из алмазов. Это прям дом мега-мега такого богатого алмазника. И... Будет странно, если в нем будет освещение из-за одного факела, допустим. Да. Ну, он должен быть, думаю, из факелов. Такое, знаешь, аристократическое все равно. Да, ну, главное, чтобы не один факел там был, а хотя бы два. Да. Но из-за того, что он 8 на 8, получается как-то не очень, если честно. Ну, ничего. Мы оценим и то, что ты сделал. Блин, не, все нужно сломать. Боже, целых 2 минуты потратил просто на какой-то бред. Осталось 4 минуты, Костя. 4 минуты, Тарасар. Как же я успею? Ну, если ты немножечко поднажмешь. Ну, я постараюсь поднажать.
Может быть, успеешь. Так, сюда вот такую дорожечку. Не, знаешь, мне кажется, этот дом у меня получается много хуже. Потому что я все-таки что-то послушал тебя, нужно сделать какую-то супер тематику, в итоге получается совсем... Нужно не супер тематику, а мне нужно, чтобы... не мне нужно, а было бы неплохо, чтобы было именно как-то, ну так, стилизовано под определенную тему. Окей, стилизованно. Ну, не факт, что у меня вообще получится сделать что-то стилизованное. В итоге я пытаюсь сделать стилизованное. А я в итоге сделаю не стилизованное, да? Да, это что-то такое ха-ха-ха, манул. Мне будет забавно, если ты так скажешь под конец. Но я так и не скажу, так что даже и не думай. Точно. О, у меня появилась офигенная идея, которая будет ассоциироваться. Она, конечно, будет не внутри, а снаружи, но будет зато понятно. Будет зато понятно. Блин, сколько у нас времени ТРСР осталось? Времени 2 минуты и 50 секунд. Хорошо, нормально, пойдет. Я, наверное, успею это сделать. Успеешь, если поторопишься. Правда, очень много надо сделать, прямо очень много надо сделать. Так вот. Так, какой бы... Хотя, не, я схитрю, я просто сделаю вот таким вот образом. Схитрю. Да мастер хитрит там что-то. Схитрю. Мастер захитрил. Ты мастер, ты что-то хитрец, ты что, не знал, что ли? Мне кажется, сейчас я посмотрю, а он сделает, оказывается, сделал там что-нибудь настолько хитрое, что я просто удивлюсь. Да, и даже скажет, оу, ноу. Зачем? Зачем? Как? Да. Да зачем, да мастер, зачем ты это сделал? Так, ладно, короче, мой дом будет не очень в этот раз, тебе сразу же, ты знаешь. Сразу же просто взял и похоронил свой дом. Да, но я сделаю так, чтобы я прям пытаюсь сделать тематически. Что ты прям увидел, что да, это дом реально какого-то алмазника, и он боится его... Ну, это будет очень-очень круто, если у тебя получится делать так. А, блин, а где здесь искать блоки? Я не могу найти ведро нужное. А, вот, нашел. Так. Сколько у нас времени, ТРСР, еще есть? У нас времени еще полным-полно. Ну, а по времени сколько это? А по времени мало, минута остается 30. У нас времени еще полным-полно, блин, Миша, я тебе все время так буду отвечать теперь. Ты у меня выше Саши, да нормально, ТРСР, рвемся, ты не паришься, главное. Да, все так и надо. Это же идеально просто, идеальный ответ под любую ситуацию. Да, идеальный ответ под любую ситуацию. Так, окей. Прорвемся. Ну, я смотрю, да мастер там реально замышляет, что-то он бегает, суетится там. Да, прям жестко. Ладно, ну, наверное, на каких-нибудь картин все-таки повешать, все-таки дорогой дом. Ой, дорогие, не, дорогие картины лучше не вешать. О, картины лучше не вешать. Вот смотрите-ка на ТРСРа. Да, картины, они как бы могут здесь немножечко не пойти по стилю. Да ладно, нормально. Куча картин везде. Нормально, сказал типа, бы. Типа это дорогие картины, там, Доль Вильяв Пикассо или Ардумо, что-нибудь такое. Ой, не лагай. Я лагал? Не лагай, у меня Майнкрафт. Майнкрафт аккуратно, не лагай. Но если у тебя вдруг вылетит, поставим на паузу. Или не будем ставить на паузу. Ну да, ну таймер имеется в виду, я буду, ничего не буду ничего строить. Угу. Ой, времени мало, времени сколько мало. Сколько времени, ТРСР? Ой, вот сейчас действительно мало остается, очень мало времени, сколько? Мне не хватит. Времени сколько? Крайне мало, Костя. Сколько? Ну сколько крайне мало? 18 секунд, еще меньше, чем ты думал. Еще меньше, чем я думал, боже, это да, плохо. Да, я не знаю, что еще сюда запихнуть. Ладно. Делаем тогда вот так. Все, время кончилось, или нет еще? Да. Так, ну все, ТРСР, давай теперь сначала посмотрим мой дом. Давай в этот раз твой дом будем смотреть, потому что мы всегда идем сначала ко мне, в этот раз пусть будет не паблич. Так, ТРСР, давай заходи в дверь, а ты где? Ты не перелетал, надеюсь, там не смотрел? Я сверху уже смотрю. А, нет, ТРСР, заходи сюда. Так, смотри, ТРСР, сейчас аккуратно, спиной поворачивай. Я же тебе буду направлять, куда идти, потому что у меня здесь очень сложно. Ой, я увидел лаву. Так, аккуратно, спиной, так, тихо. Стоп! Нет, ты сейчас лаву пойдешь, ТРСР, нет! А вообще, да, иди сюда на меня. Я в геймоде ведь. Да, подходи сюда на меня, вот в мою сторону беги. Тепло. Давай, так, сэр. Я понимаю, потом горячей ванной примешь, давай. Смотри, короче, подходи сюда, и теперь вот так вот стой и разворачивайся. Разворачивайся. Подойди еще, может, ближе сюда, чтобы прямо лучше видеть картину. Разворачивайся теперь, ну повернись. Так, что ты молчишь? Алло, ТРСР. Что-то меня троллишь, типа? ТРСР, зачем ты воду набираешь, ТРСР?
Что ты начал рыбачить? Тереса Роле, все в порядке? Я полетел обратно. Так, я увидел просто стену и подумал, что мне нужно покушать перед нападением. Так вот, смотри, Тересар, смотри, видишь, короче, в общем, там, ну, лава, да, типа, стена, типа, ну, как бы алмазный блок, серьезные ресурсы надо охранять, есть даже вход закрыт сюда. Вот это все, что я строил за все это время, там внутри больше ничего нет, можно даже не смотреть все. Ну, тогда я нападаю. Да, в общем, ты заходишь, здесь дверь открываешь. Заходи внутрь. Не, ну, Тересар, ну, давай нормально, заходи внутрь. Ладно, я буду идти так, как ты говоришь, пойдем. Да, вот заходи внутрь сюда вот. Так, здесь есть армор-стенды такие, алмазные брони. Ну, этот чувак очень богат, у него даже алмазная броня есть. Да, он даже себе дом из алмазов сделал. Дорогие картины, это вот Ван Лидольфирин Пикассо, смотри, сделал, короче, 1643 год, да. Потом, в общем-то, здесь Сальвадоры да Зило... Крипера-мен. Да, Крипера-мен, вот именно тот самый. Вот, тоже очень дорогая картина, она, наверное, стоит больше даже, чем весь этот дом. Да, освещение только здесь маловато, конечно. Да, потому что он не любит свет, это дом вампира, короче, ну, видишь, даже... Алмазный вампир, ой, ё-моё! Здесь так страшно стало сразу же, вот я увидел, и мне стало страшно. Да, 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 видишь? А, здесь сверху колья такие, это отбивную делать из владельца дома. Да, он сюда приглашает людей, они ложатся спать, и потом жрет их тела. Ну, принципе, о, жесть, блин, я думал, что здесь алмазник, а, это дом Грифера, наверное, какого-то. Ну, так, да, думаешь, откуда столько алмазов? Честным путем в нашем мире, ТРСР, алмазы так сложно заработать. А вот нечестным путем намного проще. Сначала он вводит в доверие людей, приглашает их к себе, а потом сразу же бах, и алмазы распадаются в разные стороны. Да, и он забирает их, он же приглашает только богатых людей, богатые люди, ну, хорошая защита, да, охрана есть. Броня здесь. А может это не броня на самом деле, а это охранники, роботы. Да, просто охранники, роботы. С искусственным интеллектом. Которые стреляют лазерами из глаз. Смотри, похож на охранника. Ну да, вот, вот я чуть-чуть проведу, вот так вот. Ну, Тересар, да, ну, двигаются как-то. Да, я понимаю, о чем ты, Тересар, А, почему нельзя на один миллиметр сдвинуться? Ты, Тересар, я похож? О, да, отлично выглядит. А такой там... глаз, о, ну-ка встань, такой глаз красный торчит из-под шлема. Да, такой бип-бип, смерть людям, пиу. Да, ты прям как Терминатор. Ладно, погнали теперь к тебе. Ну, в принципе, тебе нравится задумка со стеной, вот с этого, как я сделал вообще. Да, мне нравится стена. Если бы она была из алмазов, было бы вообще шикарно. Не, я решил сделать не из алмазов, но типа, как бы из алмазов стену делать слишком странно. Под алмазный блок, подумал, нужно защиту сделать из такого тоже красивого блока, типа. Я решил сделать из кварца, почему? Потому что он тоже такой красивый, величественный, понимаешь? Типа другие стены получились бы не так круто. А если бы сделал тоже стены из алмазных блоков, они бы как-то не гармонировали. Все-таки. Может быть. Так что такое? В этом мире постоянно дождит, заметил? Да, это, видимо, просто плачет небо по тем игрокам, которых Грифер этот уничтожил. Да, ну, Грифер. Грифер негодяй, конечно. Ладно, подойти, Тересар, если я разворачиваюсь, то видим. Разворачивайся. Ну, дверь открой, Тересар, плиз. Эх. Так, ну, в общем-то, все, и уходи, правильно. Да? Да, в общем, да, я сейчас дом еще дострою чуть-чуть. Да мастер меня тоже решил просто сплагиатить, ты меня сплагиатил. Да. Как так можно? Ты меня нашел, алё, ДРСР, что за читы? Давай, входи. Я просто решил через другую дверь зайти, через черный ход. Так, смотрим на твой дом. О, вау, прикольная идея. Это какой-то робоблок. Это не Роблокс. Ты мастер перегнал Роблокс. Давай, поднимаемся. Роблок, поднимаемся наверх. Поднимаемся, окей. Смотри, здесь. А нас... так можно было? Я просто. А так можно было? Давай эту фразу. Знаешь эту фразу? Да, так можно было, что ли? Я сразу помню. Просто, смотри, ты тоже сделал стену. Да, но у тебя тоже интересные идеи. У тебя как пирамида больше, на какую-то пирамиду похожа. А я подумал, что это немножко должно быть похоже как раз на такое древних майя, наверное, или ацтеков. Ну, мне нравится, слышь, дизайн намного круче, чем смотри, у меня. Смотри, это же не просто двери, там я кровать. Это кровать, я хотел... Это секретная комната. И, ну, не, если ты вот сделал бы здесь картины, там была бы секретная комната, да, мне нравится, в принципе, как ты это сделал. Но прикольно. Она не совсем секретная, заходи с другой стороны. С другой. Okay. И закрывай дверь за собой. Все. Теперь мы должны на этой кровати пытаться как-нибудь лечь на нее. Ну, кто первый ляжет, тот молодец. Эх.
Это мини-карта. Спускаемся вниз, это как у меня дома сейчас. Неважно, ну, в общем-то. Так, тут есть какой-то склад, ну и все, в принципе, да? Склад, смотри, освещение из таких золотых светящихся блоков. Да, подходит. Мне бы такие блоки не подошли, потому что они больше к золоту подходят. Ну, у тебя хорошо. Мне нравится общий дизайн твоего дома, но где здесь отсылки, кроме вот этих вот глоустоунов и то, что это алмазный? В первую очередь, самая главная отсылка, это, во-первых, золотые блоки этой стены. Они сразу же показывают, что этот дом стоит бешеных денег, в котором может жить только настоящий аристократ. Сэр, ну там помнишь, я блоки алмаза тоже в углу на втором этаже положил? Да, вот именно поэтому я и ничего не стал говорить против. И также смотри, еще фотографии аристократа этого здесь есть. Аристократа? Да, а вот еще смотри. Я понял, Тарасер, аристократ? Который жил в твоем доме, пошел к моему гриферу, и его там убило, и грифер забрал его дом. Нет, вот, видишь, смотри, это как раз твой алмазник стоит, а это мой аристократ. Но мой, ты видишь, на пол головы выше. А он просто стоит на пол блока выше. И как ты знаешь, что бить снизу лучше, чем бить сверху, так что мог победил в этот момент. Ну, не знаю. У него алмазка, у твоего какая-то кожанка белая. Это не кожанка белая, это броня из снега. Кожанка-то лучше была. Снежная броня. Плюс ее, знаешь, в чем? В том, что когда ты хоть один удар по мне сделаешь, у тебя рука сразу же отморозится, и ты такой: а я буду бить не рукой, я буду бить алмазами, нормально. Алмазов у тебя в руках нет, у тебя, видишь? Тем более, почему я? Это не я и не ты, это два разных челика просто, окей. Ну да, есть. Да. Но в итоге потом они смотри, помирились и... И построили эти дома. Не-не, вот посмотри, вот по картине, смотри дальше. Сюжет, это они стали есть торты. Да, торт, съели, торт дружбы распилили. А хотя нет, если посмотреть, рука это ведь моего персонажа, а не твоего. Почему? Они одинаковые? Нет, видишь, здесь не, рука. Ну просто, ну мы у тебя дома сидим. Немножко. Мы у тебя дома сидим, и ты решил поделиться тортиком. У меня-то, видишь, негде присесть, как бы, нормально. У тебя вот, видишь, как бы здесь... Ну, верстаки можно сесть из печки, ты прям вот, смотри, достаешь такой торт, ставишь и такой разрезаешь. Вот мы зафоткали этот момент. Да, потом мы можем пойти и лечь в кровать. Ну, только ты ляжешь, а я пойду домой, наверное. Вот, потому что, ну, типа, одна кровать. Вон дверь. Да не туда идешь, вон, другая дверь. Вот это, да. Тарасер, да я знаю, прикол. О, ты кровать забрал, моя. Я не трогал твою кровать, я здесь не был, кто-то уже упал. Так, я ухожу. Посмотри, ты там вроде Терсер. Я не туда пошел, сейчас. Да ты куда уходишь, на кровать посмотри. Сейчас я пойду заберу твою кровать. Не, приди сюда, посмотри, какую у тебя крутую кровать поставил, тебе понравилось. Сейчас я тоже хочу кровать. Вот если бы ты такую кровать поставил, она была бы идеально по стилистику твоего дома. Я знаю, ты золотую кровать взял, поставил, но она не должна быть золотая здесь. Почему? Если бы здесь была золотая кровать, тогда она сливалась бы совсем. Так вот, она была бы супер невидимой. Она была бы супер невидимой. Так, ну что ж, вот сейчас в правом верхнем углу, ребят, вы увидели голосование. Можете проголосовать и на моем канале, и на канале The Master за тот дом, который вам понравился больше. Да, который вам просто понравился больше, который вам показался интереснее. Ну, Терсера прикольный стиль, вот то, что он сделал такой подъем наверх, мне нравится. У меня там есть забор такой, типа охрана алмазного блока, да, то есть как бы у всех своя стилистика. Вот, и вы по своему уже усмотрению голосуйте. Мы не будем сейчас вам навязывать какие-то наши мнения. Да, поэтому вы сами сейчас оцениваете. Вот я еще раз пролечу около своего дома. Потом еще раз пролечу около дома Терасера. С всех сторон свой дом покажу, как бы. Ну, внутри еще можно залететь. Покажу, да, сейчас еще растянем ролик на полчаса, и будет вообще шикарно. Да, мы же так любите длинные ролики. Да, вы же любите длинные ролики. Вот недавно у Терасера длинный ролик выходил. А это тот ролик, в котором я проходил челлендж Яла. Да. Вот смотрите, Тарасер, дом еще показываю, тоже сейчас выйду, правда, не совсем эстетично. Эй, я чувствую, ты где-то что-то поломал. Я помещнил с собой. Все нормально. Собой. В общем-то, в принципе, оба дома крутые. Ваша задача просто определить, какой из них круче. Ну, по вашему мнению. По вашему мнению, именно так. Да. Именно по вашему, да. На этом все, дорогие друзья, с вами были The Master Tarasser, не забывайте подписываться на наши каналы, если вы еще не подписаны, а если подписаны, но не нажали колокольчик, то нажать колокольчик, я знаю, что многие, вы, наверное, уже на многих каналах это слышали, возможно, вас это даже надоело слышать, но это просто реально важно, правильно, Tarasser? Да, вы же сами потом пишете в комментариях: о, колокольчик сработал, и я пришел первый смотреть. Да, кто-то пишет: о, ролик вышел, а я целую неделю не заходил на канал, а даже не знал, что ролики-то выходят, они ведь выходят каждый день у нас с Tarassером, правильно, Tarasser? Каждый день, именно так, каждый. По одному ролику каждый день, потому что мы с Тарасером стараемся разнообразить много контента для вас, соответственно, различного. Вы нам тоже по комментариях предлагаете, что заснять, может что-то интересное предложите, мы считаем, да, комментарии. Много чего берем как раз-таки из идей вас, ну, ваших идей и идей других ютуберов,
Да, вот, да, ну потому что вы пишете в комментариях идеи других ютуберов, которые снимали, мы их берем и... Да. Ну вам это нравится, мы просто делаем то, что вы от нас просите. В принципе, это логично, потому что вы же наши зрители. А если интересная идея, почему бы в нее не сыграть, правильно, ТРСР? Да, все верно. ТРСР начал выживать на острове. Я выживаю на одном блоке песка. На одном блоке песка ТРСР выживает. Смотрите, какой жесткий ТРСР. Интересно, выживет? Да. Ну что ж, а на этом, в принципе, все. С вами был Демастер ТРСР. Спасибо за просмотр. Всем удачи, дорогие друзья. И всем пока-пока. Да, ребят, всем пока.